Да господи боже мой, ёперный, блять, карася. Я застрял в какой-то там пальме, в каком-то говне в этом. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька, мы продолжаем играть в игрушку под названием Teardown. Когда я говорю «продолжаем играть в игрушку», я имею в виду равномерно, плавно, спокойно, продолжаем играть скрытно. Самое главное – аккуратно. Это наш главный критерий прохождения этой игры. Чтобы никто ничего не заподозрил. Мы просто делаем свои задачи, свои квесты и уходим, и нас никто не замечает. Вот. Так, что у нас сегодня будет на повестке дня вообще? Что скажешь, женщина? Понятно. Ничего интересного ты не говоришь. Ну, начинаем брать новый какой-нибудь квест. Париса Тердиман. Подожди, миссию. Здесь я могу выбрать инструменты еще, да? Так, кувалда, спрей, огнетушитель. А почему нет новых инструментов? Это меня немножко расстраивает. The костюмер, регистрация, индикаторы ли работает, эксклюзивити, сингл клиент, ресивлити, клиент, единственный референт to BT and фюрер детали. Я реально думаю, что боссер you come favor. Хорошо, я понял. Я сейчас все выполню как надо, подожди. Так, ли химикалы, мы же здесь были уже. The login device, что? Я должен на этой локации еще что-то был сделать или что, я не понял. Я просто не помню. Мы в прошлой серии аккуратно зашли к ним в здание, сломали там компьютеры или что мы там сделали, что-то немножко украли. Нас возвращают опять на то же самое место. Не, ну давай посмотрим по карте, что мы здесь еще не закончили. Кстати, здесь мы вроде не были, мы вот где-то вот здесь вот задание выполняли. Нам куда? Нам надо, значит, вот в это здание, а куда-то наверх. Я предлагаю в этот раз аккуратно все сделать. Почему мне пишет игра, что все закрыто? Где мой трактор-то? Закрыто. Я не хочу, чтобы все было закрыто. Как мне сюда попасть? Слушай, ну без тяжелой техники, я думаю, это будет сделать проблематично. У меня нет пока никакого такого инструмента. Я же могу все это перепрыгнуть, не могу. Я не понял, почему закрыто-то? Где машина, которая здесь вот обычно стоит? Не, ну как бы попасть-то вовнутрь, я думаю, мы как-нибудь все равно с тобой попадем, верно? Игра-то не про то, чтобы взламывать замки. Да, блядь, не застревай в дереве. Так, ну давай, ну. Ну перепрыгивай, ну. Ну шо ж ты? Зараза такая, смотри, не хочет он перепрыгивать. А как мне туда попасть, если ворота закрыты? У меня нет ключей, у меня нет машины, чтобы сломать ворота. Ну давайте обойдем. Сохрани свой прогресс в любое время. Что-то там нажми Escape там. В общем-то говоря. Слушай, ну это довольно-таки интересно и непонятно. Я умру, нет? Я не понял, я могу по воде ходить? Я что, как этот самый, что ли? Вот этот самый, да? Прикол. Смотри, я по воде могу ходить. Отлично. Я надеюсь, меня тут в лике святых никто не запишет. Я тут просто как бы по делу пришел. Есть где-нибудь лесенка какая-нибудь, чтобы туда залезть вовнутрь? Понимаешь, в прошлой серии там стоял бульдозер, мы садились на бульдозере просто и ломали ворота, заезжали спокойно, по-тихому, как бы. Бульдозера нету и приходится заниматься вот этим самым. Блять, почему я хожу по воде? Я же не плаваю. Как бы, ладно, история умалчивает. Ладно, хрен с ним. Подожди, ну залазь, ну. Все, залез. Так, отлично, мы внутри. Может, ворота получится открыть с этой стороны? Так, ну закрыто. Закрыто, определенно надо их ломать. Кстати, здрасте, вон я вижу уже машину, наверное, которую можно будет взять. Нам нужно попасть куда-то вот сюда, я думаю, да? Ломать смысла нету, кирпич так просто не сломается. Мне нужна какая-то техника. Я говорю, какая-то техника. Вот мне техника. Ну, отлично. Но мы, думаю, что эту серию тоже выполним, наверное, по стелсу, чтобы никто не замечал нас, чтобы никто не обращал внимания. В прошлый раз мы просто натворили тут делов, про нас даже в новостях показывали. Мне это не очень понравилось. Зачем нам лишняя популярность? Мы должны все делать по-тихому. Как-то вот так вот, я думаю. Чтобы никто не заподозрил, что здесь кто-то был, что здесь кто-то что-то украл. Мы просто заходим аккуратненько в двери,
ну, в нашем случае в дыру, ну и выполняем свою работу. Так, нам куда-то вот сюда вот, да? Есть тут какая-нибудь лесенка? Так, лесенка есть. Здесь ничего не кликабельно, ничего не тыкабельно. Так, ну давайте посмотрим, что это такое. Это мне нужно, это мне не нужно. Так, у тебя кувалда в руках. Еще раз глянем карту. Ну, если смотреть по карте... Подожди, а что по карте-то? Мне сюда куда-то? Мне куда-то вот сюда. Подожди. Может, мне надо подняться повыше? Потому что я пока что я не вижу, что мне надо делать. Мне сюда надо, нет? Так. Используй сохранение после триггеринга. Что-то время там. Время старта, короче. Ну, давай, используем. Keyboard Reader, прямые... Короче, вот так. В смысле? А что время-то пошло? Что мне делать надо? Я не понял, а что мне делать надо? Это было сейчас очень неожиданно. Да вы что, охренели, что ли? Мне надо валить отсюда как можно быстрее. Прыгай отсюда, нафиг. Прыгай, побежали отсюда. Где наш трактор, бляха-муха этот? Это было очень неожиданно. Написано было сохраниться, значит, не просто так, да? Там уже, смотри, какие-то эти самые огоньки появились. За нами уж кто-то выехал, что ли? Ведь машина, можешь быстрее двигаться, пожалуйста? Каким темпом мы не уедем отсюда? Давай побыстрее, пожалуйста, едь. 18 секунд, 17 секунд. Давай, 14 секунд. Ломаем ворота и по-тихому уходим отсюда. Вот так вот, аккуратненько. Давайте его припаркуем куда-нибудь сюда, чтобы никто ничего не заподозрил. Мы свалили, нет? Я же уже... Самолет? Серьезно? Тут в игре есть самолеты. Я видел только танки, самолеты я не видел. Ладно, не вопрос. Я понял, что это на время. Нет, нам чуть-чуть не хватило, потому что я вначале просто чуть-чуть затупил, как обычно это бывает. Ну давайте садимся в наш трактор, да поехали тогда домой, я не знаю. В принципе, как в миссии, это не такая, чтобы сложная. Выдернуть какой-то провод и свалить отсюда к ебеням. Ехал бы ты еще побыстрее, оценок тебе не было. Ну, насчет самолета было таки неожиданно. А здесь можно вообще на самолете полетать в этой игрушке? Это было бы интересно, если здесь еще на самолетах стояли какие-нибудь бомбы, чтобы можно было и скидывать, и разрушать, черт мать. Это было бы прикольно. Я так понял, что мы могли сначала сделать, наверное, те квесты, которые у нас были, да, а потом вот с этим прийти. Тебе нужно почистить Target First. Что? Уезжай отсюда? Что мне надо почистить? Да вы что, издеваетесь, что ли? Уйди отсюда нахер. Что мне надо было почистить? Я не понял. Мой английский язык. Сейчас я буду долго думать, что мне надо делать. Но я не поленюсь. Я сейчас возьму просто в переводчике и загуглю, что мне надо, потому что так я могу долго бегать. Keyboard Reader Primary Target. Что мне делать? Мне нужно отключить везде, что ли, что-то, или что? Я не понимаю. Давайте выберемся отсюда. Так, на карте что-нибудь показано еще. Если я должен за это время сделать вот это вот самое, то я не успею. Сторож. Блин, слушай, ну это жопа. Я реально же не успею. Ну сейчас я почитаю, что там было написано, как минимум. Так, теперь мне нужно сделать что-то здесь вот. Что-то наверху, также какой-то провод, наверное, да, соединить. Здрасте. Все. Еще один остался. Но за это время это нереально сделать. Вы что, издеваетесь, что ли? Где ты там находишься? Ты находишься вот в этом здании. Вот в этом. Чтобы туда попасть, нужно опять походить по воде, блин. Это нереально сделать за одну минуту. Вы что, издеваетесь? Реально? Ну все, капец. Приехали, блин. Приехали. Подожди. Может, мы тогда начнем не отсюда? Может, мы тогда начнем с дальнего здания, с того? Как бы не будем пока здесь ничего нажимать. Начнем с дальнего здания, чтобы успеть. Но я не знаю, реально ли здесь вообще успеть что-то за минуту сделать. Но мы как минимум с тобой попробуем это сделать. Нам нужно куда-то вон туда, вот я так понял.
Я не двигаюсь на машине, потому что она очень медленно передвигается. А тут, о, кстати говоря, вот эта вот машина, может, быстрее будет ехать. Ну-ка, давай. Та очень медленно едет. Так, а мне ж куда-то вот сюда надо. Ну да, в это здание. Так, что я выпендриваюсь? Так, давай, давай, заезжай. Заезжай. Так. Мы, короче, с тобой активируем вот этот вот провод здесь. Бежим дальше на те дальние концы. Да это все равно нереально сделать. Побежали. Просто бежим, просто бежим. Так, где там наша машина? Я уже заблудился, блин. Так, садимся в нашу малышку. Ну как в нашу? В арендованную. Так, и едем вот на тот дальний конец-то получается. Аккуратненько только, чтобы не вызвать подозрений. Так, выбегай. 37 секунд. Да не, это нереально сделать. Я уже заблудился. Где я нахожусь? Непонятно. Ну куда-то я бегу. Просто только куда? Ладно, это мы опять зафейлили, короче. Ну, дергаю я этот провод. Если бы мне добавлялось какое-то время еще. Время-то мне не добавляется. Слушайте, я не понимаю. Нет, эта игра реально мне предлагает успеть за время все это сделать. Но это нереально. Это все находится в совершенно разных местах. И нам в любом случае надо начинать вон с того здания, с дальнего. Ой, извиняюсь. Потому что если мы оставим это на потом, мы не успеем тупо добежать до этих зданий. А продумать сразу маршрут. Так, мы выбегаем отсюда, бежим сюда. Здесь бы сделать какой-нибудь короткий проход. Потому что мы пока бежим сюда, мы теряем время. Так, ну-ка давай, поехали сюда. Сейчас мы будем сокращать себе дорогу как-то, каким-то образом. Проломаем там стену, чтобы можно было быстрее туда двинуть, если что. За одну минуту, не знаю уж, извините, блин. Это, по-моему, блин, нереально практически. Так, стой, 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 аккуратненько. Поворачивайся, поворачивайся. Не задень вот это вот здание. Аккуратненько, ничего не сломай. Да в жопу все. Как обычно, у нас аккуратно ничего не получилось сделать. Ну да и хер с ним. Не надо вот здесь вот дырку сделать, чтобы я мог сюда забегать. Так, ну давай, 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 давай. Так, той дыры хватит, чтобы туда пройти? Так, давай посмотрим. Мы пробегаем сюда. Мы быстро поднимаемся по лесенкам сюда. Сюда. Здесь активируем эту херню. Потом мы, короче, спрыгиваем с тобой. Вот сюда вот. И бежим, короче, вон в то здание уже. Где оно? Вот сюда вот. Но успеть это сделать за минуту? Так, подожди еще раз. Типа сюда. Это надо реально выучить целый маршрут, блин. Так, вот лесенка. Она ведет туда, куда надо. Блин, здесь дверь стоит. Так, подожди, вот еще какая-то лесенка есть. Я просто пытаюсь найти сейчас короткий маршрут на то место, которое мне нужно. В принципе, вот оно. На третьем этаже, да? Так, ну вот оно. Давай, короче, думать. Думать, 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 думать. Мы пришли оттуда, в принципе, откуда и начали. Отлично. Мы здесь, короче, активируем эту систему. Мы бежим сюда. Мы бежим с тобой. Так, куда вот это ведет? Мы бежим с тобой на второй этаж. Но он, в принципе, ведет в ту комнату, которую нам нужно. Мы добегаем до сюда. Так, нам надо куда-то сюда, да? Нет, нам надо куда-то сюда. Блять, а куда? Как туда попасть? Здесь же ничего нету. Я так понял, что это срез. Стопроцентный срез. Как мне попасть вон в то здание? За время. Я, конечно, понимаю, если бы не было времени, мне проблем туда попасть-то вообще, в принципе, никаких нет. Ломаешь стену и заходишь. Блять, то, что это на одну минуту. Хотя бы две минуты бы давали. Это, по-моему, издевательство какое-то. Алло. Бля, я опять уже не туда вышел. Я запутался в пространстве, в общем. Так, это здание? Да, это здание. Так, я сюда поднимусь. Эти вот палки надо сразу убрать, они мне будут мешать ходить, короче. Поднимаемся сюда и активируем это. То есть нам надо по-быстрому сделать здесь, потом пробежать сюда. Не, ну чисто теоретически это сделать можно.
Так, я еще раз сохранюсь. Ну что, погнали? Так, аккуратнее. Сейчас главное не запутаться, куда бежать. Здесь очень много всяких разных коридоров. Я туда бегу? Так, вроде туда. Теперь бежим сюда. Ага, вон нашу дырку вижу. Да поднимись ты, господи, не застревай. Так, 40 секунд, 40 секунд. 40 секунд. Так, отлично. 35 секунд мы, короче, выключили вот эту вот херотень. Спрыгивай, пожалуйста. Так, и теперь нам надо успеть добежать вон до туда. Учитывая, что у меня нет машины. Вот до сюда надо успеть, короче, добежать. А мы там-то дырку не сделали, да? Бля, мы тут-то дырку не сделали с тобой. Нет, это реально сделать, только надо вот здесь вот дыру сделать еще. Я сейчас опять не успею, потому что здесь не подготовился. Так, ну-ка. Давай. Где там? Все? Успели? Ровно в секунду? Нет, не успели. Там же таймер еще не дошел до нуля, я уже все три выключил. Или мне еще надо успеть свалить отсюда? Если это так, то это жопа. Так, это, короче, был, да, дикий фейл. Потому что я не доделал, короче, там. Мне же надо было подготовить это все дело. Здесь я перепрыгнуть не смогу от 100%. Мне все равно надо будет все это обходить. Может, конечно, можно как-то трактор сюда в воду скинуть и по трактору забежать вверх. Ну, не знаю, так оно или нет. В любом случае, давай сначала подготовим это место. Расчистим себе дорогу, так сказать. Блин, мне так нравится физика разрушений в этой игре, это просто капец. Это же так прикольно сделано, на самом деле, блин. Баба! Вот так вот, все, мы заехали. Я думаю, в эту дыру-то мы с тобой сможем попасть. Так, ну ладно. Стой. Сейчас подготовим машину, как-нибудь вот так вот, все-таки на машине добежать надо будет. Вот так вот, типа мы выбегаем из того здания, садимся в машину, и все у нас отлично, все у нас зашибись. Так, ну я уж, в принципе, тут выучил маршрут, вроде как. Сюда же, верно? Так. Да, это вот это вот здание, хорошо. Сейчас мы еще раз с тобой попробуем все провернуть. Только на этот раз мы подготовились как надо, да? Не знаю, если просто надо за это время отключить эти все три штуки, тут проблем-то никаких нету. Еще раз сохранюсь. Погнали. Бежим. Так, сейчас тут вот надо направо. Тут, короче, тут надо пробежать между ящиками. Тут мне надо вот сюда, насколько я помню. Вот вижу свою дыру. Так, забираемся. Вот это самое сложное, потому что она на третьем этаже находится. Пока поднимешься. Так, 37. В прошлый раз было 35, и даже быстрее сейчас получается. Так, теперь спрыгивай. Беги быстрее. Дружочек, беги. У нас еще полминуты есть. Садись в машину, погнали. Тихо. Что-то ты быстро разогнался. Ладно, тут пешком дойду. Очень быстрая машина, блин. А тебе не трактор. Так, нет, ну как бы я успеваю. Мне что-то еще потом сделать надо будет. Я не понял, а что мне еще-то сделать? Алло, игра? Что? Я что-то еще не успел доделать? А что не так-то? Я выключил все системы. Серьезно, мне надо еще успеть отсюда свалить? Это нереально. Слушай, это нереально. А как? За это время? У меня там очень мало времени остается. Какая-то, блядь, нереальная миссия, по-моему. Я отключаю на время все эти штуки. Может, я, конечно, что-то не так делаю, но я понимаю, что их надо просто отключить. Еще надо успеть свалить отсюда. Ну, ребят, это очень мало времени дается на это самое дело. Так, ну давай. Куда-то сюда. Стой, не застревай. Не застревай, пожалуйста. Блядь, я уже не успеваю. Не, ну это нереально сделать. Вы что, издеваетесь, что ли? 19, 18, 17. 14. Включаем. Бежим. Сколько у нас времени остается? 7 секунд, чтобы свалить отсюда. Вы издеваетесь? Давай. Бля.
Не, ну в принципе, если нигде не фейлить, это можно сделать с 20 или с 30 попытки. Сколько у нас? 20 минут прошло. Давай попробуем еще раз. Я сейчас буду просто максимально сосредоточен. Если бы ты еще не застревал, дружок, везде, где попало. Чтобы это пройти, нужно вообще нигде, короче, не застревать, нигде вообще не фейлить, ничего. Поэтому сейчас буду очень сосредоточен, уж не извините, что я могу нести всякую херотень. Потому что за это время сделать, блин, это прямо вот секунду в секунду надо успеть. Так, 37, отлично. Я могу, в принципе, здесь, можно было здесь сделать дыру где-нибудь. Хотя нет, тут же нужен трактор будет. Где я уже запутался? Блять, я уже потерял время, все. Мы не успеем. Можно переиграть как-то? Ты думаешь, так легко? Скачай эту игру, попробуй сам пройти эту миссию. Да, вот запиши на камеру особенно. Вот и попробуй, потом выложим, посмотрим вместе поржем. Это не так легко, как кажется. Это кажется только, вот лежишь с телефончика или с айпада, смотришь и думаешь, блин, что он тупит, это же так легко. Ну возьми да попробуй, ну если я так говорю, да возьми да попробуй, ну. Это не так легко, как кажется, на самом деле. Давай, беги быстрее. Главное тут вот еще не зафейлить, короче, и спрыгнуть с той стороны, которая нужна нам. Так, отключили, отлично. Теперь здесь спрыгиваем. Дырка, бежим сюда. Вон наша машина нас уже ждет, в принципе. Садимся в нее, едем как можно быстрее. Тихо. Просто 23 секунды осталось. 23 секунды. Так, поднимаемся сюда. Деактивируем. Быстро спрыгиваем. Где этот проход? Все, валим отсюда, валим. 7 секунд. 6 секунд. Да господи, боже мой, ёперный, блять, карась, а! Я застрял в какой-то там пальме, в каком-то говне в этом. Бежим. Просто бежим. Я мог, конечно, машину подогнать к этому ангару поехать, ну, мне кажется, я больше времени потрачу, тут пешком быстрее добежать. Может, я что-то, конечно, делаю не так. Может, здесь можно использовать какие-то другие ништяки, какие-то фишки. Как умею, так и делаю. Так, ну чё, сейчас эта машина очень быстро поедет. Давай, погнали, только не очень быстро, пожалуйста, не очень быстро, поворачивай. Все успеем, подожди. Да ёперный, блядь, калач, а! Что так поворачиваешься-то? Ну все, опять просрали. Понимаешь, тут малейшая ошибка, и все, и переигрываешь эту серию. Переигрываешь эту миссию, блин. Ну что я сейчас успею сделать за это время? Ничего не успею сделать уже, все. 7 секунд. Я так понимаю, что нам нужно запрыгнуть будет вот сюда вот. Видишь, он еще не с первой попытки запрыгивает. Вот в чем прикол. Вот, он еще не с первой попытки запрыгивает, уродец. Мне нужно сломать этот забор. Я понял, мне нужно сломать этот забор. Чтобы вот не париться, не заморачиваться. Я бы еще, честно говоря, подогнал свою машину поближе, на которой мы должны свалить. Ладно, давайте еще получше подготовимся. Будет очень обидно, если я делаю сейчас просто в холостую. Может, я не так понял задание, как бы здесь нужно делать что-то другое. Но я понял, что здесь просто надо три штуки эти деактивировать. В общем-то, три штуки деактивировать и валить отсюда нахер по добру, по здорову. Давай вот здесь вот сделаем дырень. Вот так вот просто, чтобы можно было пробежать до своей машины. Еще лучше, наверное, вот здесь вот. Расчистим себе путь, потому что мне это бесит. Потому что мне мешают всякие ветки, всякие деревья, блин. Вот. Все, теперь мне ничего не должно мешать отсюда валить, свалить. Так, ну все. Ход мы себя почистили, в принципе. Так, ты пока постой здесь. Блин, я такой капец навожу, это просто жесть какая-то. Ты меня ждешь, это хорошо, это ладно. Ой, сейчас еще раз сохранишь. Нет, ну сейчас-то должно повезти. То есть мне не везло, потому что я застревал вот в этом мусорном баке, грубо говоря. Сейчас мы сохранимся с тобой, погнали. Давай, побыстрее, пожалуйста. Побыстрее на шифте, бегай. Ты у нас супер бегуном, короче, будешь. Ну, мой рекорд по времени, вот когда я выключаю второй выключатель, 39 секунд. Это я запомнил, это я увидел. Успеем ли мы сейчас? 39 секунд уже кончилось, да? 38, ладно. Так, теперь спрыгивай, пожалуйста, не застревай. Вот, блять, если ты еще не застревал. Ну что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Это самая душная серия. Я не люблю миссии, которые на время. Я вообще ненавижу ни в одной игре миссии, которые нужны на время. Потому что я и без того туплю.
Я и без того туплю в играх, чтобы еще играть в них на время. И получается, ты затрачиваешь один и тот же уровень, блять, уже по сотому разу, наверное. Но это вообще не весело, это неинтересно. Интересно, когда ты что-то ломаешь, когда что-то, блин, крушишь там, поджигаешь. А вот это вот все на время, блядь, сбегай, дерни одну писюльку, дерни вторую писюльку. Это неинтересно. Это вообще неинтересно. Так, ты тут открыл проходку, да? Все нормально? Так, ну сколько? 17 секунд. 17 секунд это... Я уже маршрут выучил, как свои 5 пальцев. Спрыгивай. Спрыгивай, где там выход? Где? Бежим. Все, у нас тут ход открыт. 5, 4, 3, 2... Мы успели за одну секунду. Блин, какая сложная миссия, это реально, блин. Слушай, это просто капец. Ой, так, ну, давай континуем. Вот такая получилась миссия. Я не буду ничего вырезать, но что я, блин, я тут страдаю, ты не будешь страдать. И попробуй только не досмотреть эту серию до конца. Потому что я тут ни хрена себе 26 минут записывал, а ты хочешь все это перемотать и быстро посмотреть? Так не делается, так некрасиво. Ты reached the rank, ты получил новый ранг, новые инструменты, что-то доступны, да? Что за инструменты? Не понял, что это за инструменты? Это что, это... Это огонь? О, да, это огонь, смотри, это прикольно, это огонь. То есть у меня есть огнетушитель и есть у меня огнемет, да? Это прикольно, это прикольно. Хоть немножко разрушений каких-то под конец серии, а то ни хрена себе. Блин, это прикольно. Так, а тут что-то можно сжечь? А зачем я сделал? Это ж типа мой дом был. Ну ладно, как бы то ни было, давайте, короче, заканчивать на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх этому видео. Увидимся в следующих сериях по этой игрушке. Всем пока, ребят.